Соскучились по рубрике модов для Half-Life 1? Вашему вниманию новый мод Smart Decoy. Умная наживка. Нормального описания я не нашел. Есть только кратенький плот от автора, что мы играем за ученого в подводной лаборатории. Ну, все по ходу и поймем. Поехали. Smart Decoy. Морская миссия Hudson, проект 5642 и 67. Hudson Canyon, Atlantic Ocean, 0715 Zulu, глубина 68 метров. Мы находимся под водой. Свой сеттинг, свой сюжет, но атмосфера Half-Life. Будем полагать, что это так. Так, команда ученых с пилотом Джей Фрименом на борту. Назначение Atlantic Research Laboratory. Ну вот, научная лаборатория Atlantic. Атлантики. Норфолк, Вирджиния, 0800. Угу. Солдаты под предводительством Джимана. Но этот Джиман больше похож, судя по заставке, на какого-то агента Смита из Матрицы. Почему-то мне так кажется. Так, гоу-гоу-гоу. Отправляются, значит, выплывают. Смотрите, собственные модельки. Подводные лодки, батискафы. Смотрится очень даже необычно. То есть именно атмосфера присутствует. Почему-то мне это напоминает Deep Blue Sea фильм. Глубокое синее море, где у них там тоже станция. Но там только про акулы, конечно, было. Система сонар онлайн, глубина 77 метров. Аккуратненько плывет. Лодочка. Пузырь пускает. Даже такую мелочь сделали и то. Красиво смотрится, однако. Так. Это, я понимаю, подлодка Джимана. Следует по маячку. Чувствую, что плывут они как раз-таки к нашей лаборатории. Так. Загрузочные доки 0201. Угу. Подлодка пошла в лодинг док 02. И позже прибывают наши батискафчики. Ну или как-то по-другому они называются, я не помню, честно говоря. Так, оранжевая, соответственно, едет. Плывет, идет в лодин-док. Синенькая в лодин-док 01. А где находится Джей Фриман? И кто вообще такой Джей Фриман? Джонсон? Джеймс? Джонатан? Я не знаю, как правильно зовут, но Джей Фриман было написано точно. Пилот. Так, 10-15 Зулу. Угу. Солдаты побежали. Видимо, в очередной раз команда ученых забубенила какой-то эксперимент. Что-то намутили, перекрутили. И Джиман вместе с солдатами отправляется, чтобы зачистить в очередной раз очередную лабораторию. Эксперимент, скорее всего, вышел из-под контроля. Не знаю. Просто догадки. Так, Atlantic Research Laboratories, Hudson Canyon. 10-30 Zulu, глубина 82 метра. Кстати, вот эта вот часть похожа на сцену из фильма Lost. Ну, из сериала Lost. Кто смотрел, тот поймет, о чем я говорю. Слушайте, ну маппинг вообще самостоятельный, то есть... Сделано очень хорошо. Атмосферный стабилизатор в готовности и работает. Ну хорошо, видимо, снабжает станцию кислородом. Как-то, может быть, из воды гонит. Так, команда ученых готовится к эксперименту, как они нам сказали. Вам не кажется, что заставка долгая? Первый раз такое вижу в модах, чтобы заставка была такой долгой. Вообще, изначально хотел записать The Hunger, но передумал. Йок! Сразу же положили охранника. Все понятно. Black Mesa Central Complex. Ну, судя по всему, за... Кого играть-то будем? За Фримена, что ли? За Гордона? Ну, все. Куда же без тебя-то, предводитель? Команчий. Так, неизвестная машина. TX-8. Блин, классно сделано. Такое ощущение, что, знаете, можно вообще фильмы делать, наверное, на движке Half-Life. И по сюжету, по мотивам Half-Life. Кстати, задействованы
ремонтники, механики, которые не были задействованы в основной версии. И такое тоже бывает. Так. Что за машина-то такая интересная под водой находится? Неизвестная машина. Неизвестный механизм. Какие-то тайны прям. Машина мистера Смита. Вы серьезно? Это мистер Смит как из «Матрицы» прям. Исполнительный продюсер Джо Хантер. Команда разработчиков. Слиппер, Снайпер, Турбин Энджел. Бета-тестинг, маппинг и, соответственно, история. Так, Лодин Док 1. Прибыли мы, значит, вот на этих машинках интересных. Подводных. Обалдеть, здорово сделано, скажу я вам. Красота. Куда посмотреть, скажи мне. Да, скажу я вам, интересно. Так, слышно уже военных. Так что, как мы видели заставки, они уже выпилили. Ух ты. Так, блок. Замечательно. Выпилили охрану. Чувствую, что и займутся нами скоро. Оу. Ну вот, вот тебе и раз, а вот тебе и два. Так, они прибыли во второй док, мы в первом доке. Верно? Верно. О, дверцы из Альфы. Ё-каламене. Так, как же красиво сделать-то? Надо как-то красиво сделать, я не хочу задевать. А, вон оно что. Ну, лови. Ауч. Ауч, 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 как-то плохо все сделано. Кого-нибудь зацепил, нет? Гадство. Ах ты, зараза, какой шустрый, а. Слушайте, лупят как могут вообще. На мод DB было указано, что мод очень сложный. Но ему поставили оценку 10 из 10 на основании двух комментариев. Больше комментариев я не видел. Никакого другого описания тоже не было. Так. Какие вы дерзкие, ребята. Так, собираем все, что мы нашли. Ага. Также было замечание, что мод нелинейный. То есть есть несколько мест. Есть несколько разветвлений. Где загружаются другие карты совершенно. Вижу. Так, ловите. Ловите. Есть контакт. Сразу двоих. Красавчик. Интересно, покажут ли нам открытые пространства и будет ли гонка на батискафах, на этих. Блин. Отлично. О, я тебя вижу. Иди сюда, мой хороший. Испугался. Ничего страшного, привыкай. Ёкаламане, звук как... Не как у ящика, а у какой-то аппаратуры. Так, это получается... Я куда вышел? Loading Docks 2 и 3. Так, а там все-таки что было? Вот что, серьезно, начинается уже разветвление? Не успел начать играть? Угу. Лифт выломан. Раскручен, разбабахан. А, так я здесь был. Мы здесь вот как раз таки отвоевывались. Угу, угу, угу. Все правильно. Еще и обратил ведь внимание на то, что здесь проходик. Да. Сигарку затушил бы. Да мало ли, пожар. Спасибо. Отличный мод, скажу я вам. И описание постоянно следует, то есть при переходе на карту. Какой док, что, куда, чтобы не запутаться, да?
интересует реально открытое пространство. О, привет. Эй, вы, сиамские близнецы. Разбегались они тут. Что какие дерзкие. Так, отлично. Врешь, не уйдешь. Гранату бросил, убежал. Ишь ты какой, очкующая кобра. Так. О, привет. Ну иди сюда. Ах ты зараза, какая шустрая. Так, отлично. Полегли. А вот и маячок какой-то, смотрите. Это, наверное, по которому они следовали, я так понимаю. Мы ведь что-то активировали даже. Только что звук такой был. Что-то где-то открыто. Что-то где-то открылось. А, так. Интересная штука. Забавно, когда разработчики делают собственные модельки чего-либо. То есть не за основу берут, а именно делают что-то конкретное. Ох. Я не думал, что это такой опасный шкаф. Так, смотрите, вот тот самый лифт, где полегли все ученые, да? То есть они отсюда выползли, мы видели. Угу. Так, сейчас все осмотрим. Здорово, здорово. Слушайте, маппинг вообще идеальный. То есть все сделано очень грамотно. Никаких багов, никаких проблем, никаких глюков. Все как-то смотрится очень лаконично. Так, отлично. Попробуем лифт. Попробуем лифт. Надеюсь, что нам сюда. Двойная дверца. Мы поднимаемся, судя по всему... А, лаборатория 2, Atlantic Research Laboratories. Блин. Не пугайте, пожалуйста. Оу, ес. Оу, ес! Не успел выбежать. Началась пальба. Так, пока вы там прячетесь от своего собственного взрыва, уж будьте здоровы, будьте любезны. Так, Black Mesa Central Complex. А, вот тот самый лифт, где бомбили-то. Угу. Значит, лаборатория Джимна, то есть мистер Смита, не будем путать. Где-то там. Успокойся, успокойся, пожалуйста. Надо взять что-то поэффективнее. Слишком уж все это медленно срабатывает. Так, я смотрю, очень много оружия нам дают. Ну, сложность у нас низкая. Больше обзорная, чем... Ага. Так. Привет. Ломик лежит. Классический. Так, здесь все чисто. Патрики забрали. Давайте посмотрим все локации. Все места, куда мы можем пройти. Брось каку. Вот, молодец. Ишь ты, разбросались, а. Что это? Кто там? Кто там такой неугомонный? Кому там не имется? Ага. Так, отсюда видно только что. Какое-то устройство очередное функционирует. Ладно, разобрались. Так, еще раз сюда сбегаю, потому что мне кажется, что здесь что-то есть. Спокойствие, только спокойствие. Так. Здесь заперто. Хорошо, значит, нам в центральную комнату. Однако, как классно сделано. Слушайте, я прям проникаюсь атмосферой. Сейчас взорвется, да? Естественно. Привет, пока. Кто следующий? Кричит заведующий. Так, хватит песен. Все равно петь не умею. Куда уж мне до песен-то.
Блин, как все напряженно. Как все прям таки забавно. Так, вот та самая комната. Слушайте, это получается портальная машина? Так, лучше разберусь-ка я с военными. Мы здесь как-нибудь справимся. Спокойствие, только спокойствие. С сильнейшим мы уж как-нибудь разберемся. Ну да, получается телепорты. Телепортирующая машина, камеры. Да. Своя атмосфера здесь царит, скажу я вам. Ну что ж, теперь здесь двери открыты. А можно пойти сюда посмотреть. Ёкало мне. И там можно пройти, и здесь можно пройти. Так, темное место. Нет уж, позвольте, нет уж, позвольте. С темным местом мы повременим. Нас интересует еще одна локация. Лифт закрыли. Так, вот здесь меня интересует еще что-то. Дробовик получаем. Главное, чтобы костюмчик заряжен был. Чтобы сидел и заряжен был. 100 на 100. Так. Да. Ага. Это, получается, я кружок сделал. Ну да. Все ясно. Сюда нас не пускают. Ну и все. Остается нам идти в ту дверь, где как раз-таки все и открылось. Че, зачем я круги пишу такие мощные? Профессионал, фиг ли? Да. Радует, радует, радует мод. Это пока радует. Посмотрим, что будет дальше. Так, темное место. Dark Place. Dark Place. Чувствую я. Не очень... Не очень хорошее у меня предчувствие. Чувствую я, что здесь оперативники тоже появятся рано или поздно. Вот они. Слушайте, вот как знал. Обычно такие места как раз-таки говорят нам о том, что здесь будут оперативницы. А может, и оперативники. Ай-яй-яй, дерзота. Так, я там видел, что военные тоже потрепали одну оперативницу. Здесь заперто. Где-то носится поверху там. Где-то он поверху носится, этот черт полосатый. Где-то он там гундит в рацию. Let's go, не let's go. Стекла бьются. Развлекаемся, веселимся. Радует то, что здесь атмосфера сохранена именно замкнутых пространств. Вот именно это место похоже на... Место, где было затопление. Помните, в Black Mesa? Очень сильно похоже, где ржавые стены, потолки, полы были, где все затопило, разрушилось. Мы там плавали, находили какие-то кучи. Ёк, там вообще мужик какой-то застыл, просто утонул. Ага, конечно. Какой наивняк-то, а? Здесь заперто. Естественно, доступ закрыт, поэтому нам в третий проплеп. Что-то неплохо размазано написано, не очень понятно. Так, ну здесь тоже какое-то затопление, смотрите. Ядрить-то и налево. Что-то где-то переключил тут. Так, а здесь что? Угу. Слушайте, я здесь никак не пройду точно. Здесь, то есть, получается, заблокировано, да? Туда я пойти не могу. Хорошо, мы перекрыли что-то. А, вот. Мы перекрыли что-то, и нам, соответственно, открывать шлюз. Воу. Так, engage electric system, no energy. Нет энергии. Нужно включить каким-то образом нам энергию где-то раздобыть. Включить все это дело. Чтобы она была направлена в нужное нам русло. Так, and engage energy. Па-па-па-па-па.
Интересно. Так, сбегаем. Все, здесь не работает. Точно я здесь не могу прыгнуть, потому что, ну, такое ощущение, что можно, но почему-то не пускают. Значит, нельзя. Раз не так, не сяк, ни с контрола, ни напрямую. Побежим обратно, посмотрим, что там. Здесь тоже с консолью ничего сделать не сможем. Ага. Обалдеть, обалдеть, конечно. Вот задумки-то, а. Великолепные задумки. Так, вижу. Где-то там вопишь. А ты-то откуда взялся? Дружище ты мой. Откуда ж ты-то последний взялся? Вроде бы все посмотрел, все сделал. Оу, ес. Стоять. Стоять. А, вот. То самое помещение, куда нас не пускали. Осторожно, аккуратно. Так, 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 так. Да, вот здесь нас не впускали. Привет. Это в постойке смирно встал. Я не генерал, чтобы передо мной тут козырять. Ишь ты какой. Опять будут писать комментарии. Нафига ты тратишь все патроны? Ты делаешь неправильно, так не играется. Ты впустую патроны тратишь. Как говорится, как уж хочу, так и играю. Нет, сюда тоже не пропускают. Ясно, значит, нам... Так, security не одупляется, значит, в другую сторону. Все ясно, все ясно. Ох, вот ведь подводные базы-то, подводные комплексы, подводные лаборатории. Storage area, складские... помещения. Слушайте, а здесь можно по стелсу проходить? Серьезно? Так, это ничего вы не слышали. Все нормально. Ага. Ну, ладно. Нет, сюда так просто не пропустят. Смотрите, есть альтернатива. Можно развалять военного, конечно же, да? А можно сделать по-другому. Так, там мы его слышим. Можно пойти по вентиляции, можно было с военным вступить в перепалку. Да, ладно, хоть хаткрабов нет по канону-то. Все-таки надо выпустить канон, чувствую я. Такой визуальный канон. Так, куда нас это приведет, интересно мне знать. Привет. Как дела? Я так понимаю, это мы подаем напряжение туда, куда нам нужно, да? Туда, где нас не пускали. Хорошо, давайте попробуем по стелсу. Раз уж такое дело, раз уж так здесь предусмотрено и сделано, то почему бы и нет? Напоминает, опять же, Splinter Cell, Pandora Tomorrow. Это единственная, наверное, часть, которую я прошел. От начала и до конца. Очень понравилась мне эта игра. Ну, будем исключать, конечно же, Commandos. Commandos вообще вне конкуренции. Так, осторожно. Ну, окей. Пока. Отдыхай. Так, Dark Place. Темное место. Темное место. Надеюсь, все получилось. Да куда ты? Что ты? Что ты? Что ты? Ой, погодите, подождите, подождите, подождите. А, все, 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 все. Все, что-то я подумал про другую сторону, а там ведь дверь-то запертая. Значит, нам дорога к главному шлюзу. Угу. Верняк, верняк. Так, ну смотрим, давайте смотрим, смотрим, смотрим. А вот да что-то заработает. Can't engage electric system, no energy. Пру.
Вот тебе раз, а вот тебе и два. Здесь затоплено, вообще никак не проникнуть. Ба. Ба-ба-ба. Хм. Ладно, придется тогда все-таки разваливать солдат. Разваливать солдат придется. Не хотел, хотел по-тихому, хотел по-хорошему, сторож Эри. Там-та-та-там-там-там-та-та-там-там-там-та-та-там-там-там-там-там-там. Так, смотрите, здесь крюк какой-то ездит куда-то. Ага. Сейчас. Брось каку. Не имей такой дурацкой привычки, понимаешь? Не очень красиво. Ой, ёк. А меня сюда ворвало, представляете? Я не хотел. Меня сюда прям, знаете, как специально засунули. Оу, ес. Оу, дарлинг. Оу, дарлинг. Оу, ес. Оу, ес. Оу, ес. Ауч. Самый умный? Судя по всему, да. Смотрите, кто-то живой еще там кто-то бегает. Так, хорошо. Ты какой? Ай, на дальняк нет, это хорошо. Я, конечно, молодец. Слушайте, прячутся прям зачетно. Я смотрю, молодцы, молодцы. Но не тут-то был. Так, вот. Угу. Нет. Я что-то подумал про опять про электричество. Но нет, там какая-то штука, видимо, куда-то сейчас переправится. Понимается? Да, не густо. Ну, хоть за это спасибо. Так. Подствольничек. Отличненько. Включили что-то. Что-то куда-то дали. Бам. Ага. Так, мы пришли с той стороны. Меня каким-то образом засосало, как будто бы сюда, прям честно скажу. Прям не хотел бежать сразу, но получилось так, что. Угу. А. Это зараза-то какая. Слишком ты уж ушлый. Хо-хо-хо-хо-хо. Все интереснее и интереснее. Ну что ж, здесь я предлагаю серию закончить. Вот именно в этой локации. Что будет дальше, мы узнаем в следующей серии. Это был мод Smart Decoy для Half-Life 1. Такие дела. До новых встреч. Пока-пока.